На дне села Новые Чути собрались не только местные, но и множество гостей. На празднике работала армейская палатка, где все желающие могли задать вопросы о контрактной службе. В первые часы обратились 10 человек. Мы объясняем службу по контракту, как можно на нее попасть, какие категории, соответственно, подходящие, неподходящие, какие воинские части, соответственно, с участием специальной военной операции, без участия специальной военной операции, какие полагаются выплаты. Это мы все доводим, рассказываем, объясняем. Показываем, соответственно, отвечаем на все поставленные вопросы. Те, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля, получают 195 тысяч рублей от Минобороны и 505 тысяч от РАИС Республики. С учетом выплат от городов, районов и предприятий сумма может достигать миллиона. Выдается современное обмундирование. Семьям льготы на оплату ЖКХ, детских садов, школьных кружков. Ребята молодцы. Спасибо им огромное. Если бы не те ребята, которые сейчас находятся там, не было такого мирного неба над головой, над нами. Я думаю, что это все равно это обязанность каждого гражданина, да, Российской Федерации, то есть, который сделал для себя такой выбор, пойти защищать родину, и как бы, ну, я отношусь только положительно. У вас друзья? Да, есть друзья, знакомые, которые находятся там. Контрактником от республики может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 64 лет, в том числе из других регионов. Лина Зинатульна, Айгуль Идиатуллина, Булат Миязов, ТНВ, Бавлинский район.